Так у них выглядит. Мои продукты. У нас называются пироги, но тут они, по-моему, слонячие какие-то креветки. Да? Ага. О, это то, что я вчера ловил? Да. Интересно, как Россия сумеет сделать вот такое импортозамещение вот этому всему, а? Ну, у нас такого в принципе нет. Да. Крабы маленькие, нас маленькими не удивишь, нас большими, большими удивишь. Маленькие крабы, они у нас маленькие. Что в черном. Какие креветки такие большие? Не знаю. Мне... А, у меня видоискатели камеры, все маленькое. Потом буду разглядывать сам. По приезду домой. Когда снимаешь, вообще ничего не видишь. Практически, только держишь картинку. Поэтому... Потом сам удивляешься. Неужели это я сам все снимал? Крокодил лежит. Нет. О, но нельзя. Нам запретили съемку.